Телеканал КРТ представляє. Бриллиантова рука і фраза «Щоб ти жив на одну зарплату». Я думаю, це фільм ужасів для наших політиків, які, ну, об'єктивно, ну, я думаю, що вряд ли живуть. Хоча, от ви знаєте, останнє час змінилась тенденція. І тепер, виходить, дали можливість, наконец-то, топ-чиновникам назначати самим себе зарплату. Замечательно. І премії. Це замечательно. По 100 тисяч, по 500 тисяч, по мільйону. Некоторі навіть там по 20 себе назначають. Тобто, ну, от, як ви от... Я так понимаю, что объективно комментировать как гражданин Украины – это тяжело. А вот с какой-то вот юмористической точки зрения, я думаю, что вот, ну, можно попробовать, во всяком случае. Вы понимаете? Цензурные слова у меня просто кончаются, когда комментировать это начинают. Мы вот совсем недавно очень там вот на эту тему говорили, и есть у нас такая в задумке один проектик телевизионный. Да. А вот... Там будут два наших достаточно известных персонажа, но на эту тему говорит тоже. Просто такое впечатление, что им просто нужнее. Понимаете? Им нужнее, чем народу, да? Да. Потому что, ну, смотрите, у людей, дети учатся, ну, в наших школах, да, ну, сколько ему нужно там для того, чтобы, ну, 20 гривен для того, чтобы пообедать, да? Конечно. А у них дети в Лондоне. А там... Там же дороже, минимум. Там же покушать дороже, обучение дороже. Им проживание потом... дороже. Проживание, да, им все дороже. Опять же, летать туда-сюда. Дороже. Вот. Яхту, чтобы с яхту, да, чтобы припарковать ее, обслужить. Это, на все же нужны деньги. Поэтому им просто нужнее их стоит. Поэтому они и увеличивают себе зарплаты. А это вообще, ну, по-моему, это очень, особенно в нашем экономическом состоянии, да, это очень мудро, когда сам себе назначаешь. Начал зарплату. Да. Да. Жаль, вот. Такого вот не разрешают остальным вот гражданам Украины самим себе назначать зарплату и премию. Вот тут... А им не надо. Остальным не надо. Так как им. Да. Так как им не надо, да. Это, как в том анекдоте, помните, старый анекдот, что там, Сережа, может, кто-то еще любит красную икру? Он так, навряд ли, как я. Вот они пока, они больше любят деньги, и им больше надо, чем кому-то либо другому из проживающих в Украине. Как вы думаете? Вот, и, да, да. Как по мне, это чисто обворовывание. Он честный, ну, я не знаю, можно ли назвать, ну... Не, ну можно. Честное обворование можно. Потому что они же честно, они говорят, ребята, мне, допустим, там миллион надо. И люди платят, все. А почему людей никто не спросил? А людям что-то тоже надо жить, и хочется и пирожное съесть, и хочется в кино сходить, и хочется, я не знаю, с семьей где-то поехать, наверное, отдохнуть. Не так, как им, все-таки. Да, так, не так, как им, да. Но вряд ли, как им. Но люди как? People хавает, значит, мы поднимаем, и все. People дальше будет хавать, будем дальше поднимать, пока у people не лопнет что-то.